Приветствую вас в новом видео, в котором я бы хотел вам рассказать про автоматизацию работы в браузере. Для начала давайте я наведу вам пример автоматизации работы в браузере. Смотрите, к примеру, вы заходите ежедневно на свою почту, ищете некие сообщения по какому-либо определенному критерию, выбираете их, копируете оттуда текст, ну и что-либо делаете с этим текстом. То есть каждый день вы проделываете практически одну и ту же самую операцию. Это может быть связано с почтой, как вот я навел пример, это может быть просто поиск неких объявлений на различных площадках. Но дело в том, что вы вот, например, какую-то операцию проделываете, ежедневно, и она шаблонная, стандартная такая операция, которую вы бы хотели автоматизировать. И вот как раз автоматизация работы в браузере позволяет вам создать скрипт, который будет делать это все за вас. При этом очень важный момент. Скрипт это уже говорит о том, что вы должны знать программирование. Но не тут-то было. На самом деле, благодаря одной программке, которую я вам как раз в этом видео и покажу, вы можете делать такие скрипты буквально просто в пару кликов. То есть вам не нужны знания программирования. Кроме того, вы еще и можете зарабатывать на этой программке. То есть программка реально прикольная, и об этом я вот вам как раз в этом уроке и расскажу. Речь пойдет о такой программе, как Human Emulator, ну или эмулятор человека. Что она делает? Во-первых, она, конечно же, экономит гигантское количество времени, так как вам теперь не надо делать некие шаблонные вещи. Вы можете запустить там 20-30 скриптов, ну вернее, создать эти 20-30 скриптов и, по сути, выполнять работу, которую выполняли бы там 20-30 людей. Ну, потому что это долго, вы ищете какую-то информацию, находите ее, потом выписываете ее куда-то и так далее. А благодаря скриптам это все вот буквально в щелчок пальца происходит. То есть бац, и у вас уже есть готовые решения. Когда слышишь о подобной программке, кажется, что необходимы просто гигантские знания. Ну, по сути, сами подумайте, это какая-то программка, которая пишет алгоритмы за вас. Соответственно, эти алгоритмы работают, находят нужные вам вещи в интернете, по всему интернету буквально ищут. Вот. То есть здесь уже даже попахивает чем-то наподобие нейронных сетей. Но на самом деле не так все сложно, там нету нейронных сетей, это обычные алгоритмы. И главное, что здесь является, это то, что, как я уже говорил, вы можете абсолютно быть не программистом и при этом здесь работать в этой программке, что очень-очень большой плюс. Вообще здесь существует три уровня, ну по сути есть, можно так разделить всех пользователей этой программкой на три уровня. Какие это три уровня? Сейчас мы о них как раз и поговорим. Первый уровень это когда человек вообще ничего не знает в программировании. Это вариант, когда вы можете познакомиться с программированием на примере бесплатного курса и их желание помочь как каждому. То есть они действительно, у них есть там форум, вы можете у них спрашивать все что угодно, ну, в принципе, они действительно с этим помогают. Вот, второй уровень, это когда уже человек знает PHP, к примеру, ну, вернее, не к примеру, а именно PHP знает, тогда он быстро будет редактировать скрипты и писать свои. Ну и последний, третий уровень, это когда человек уже знает C-Sharp и может создавать полноценные программы автоматизации с использованием вот этой вот программки. Потом же вы, конечно же, сможете дополнительно зарабатывать на этой программке, и важно, что поначалу вам вообще не нужно каких-то особых знаний в программировании, да вообще не нужно, по сути, никаких знаний. Сама программка вам поможет, преподаватели вам помогут здесь, на форуме вы сможете найти кучу ответов на ваши вопросы, которые помогут вам в дальнейшем, во-первых, и понять, что такое программирование, ну и дополнительно освоиться в программе. И потом, что вы можете делать? Вы можете зарабатывать здесь непосредственно в качестве преподавателя, то есть обучая других людей, других клиентов. Это раз, это достаточно прибыльно, и на форуме вы можете это, кстати, тоже там понаходить либо таких же людей, которые ищут преподавателей, либо просто записать, что вы являетесь преподавателем, вас сами люди будут находить, вот, но об этом чуть-чуть попозже. Второй тип, это когда вы будете уже знаться действительно, ну, действительно неплохо уже в программке, вы знаете некий язык даже программирования, например, PHP, и можете создавать скрипты на заказ для различных людей. Это дополнительный доход, вы, кстати, можете это все совмещать, быть и преподавателем, быть и дополнительно программистом в написании скриптов. Здесь написание скриптов на самом деле очень простое, но вот многие просто ленятся и поэтому ну, не делают это и прибегают к помощи другим. И вы вот таким вот человеком можете стать. Это большущий плюс. Ну и третий вариант, это когда вы просто пишете скрипты для себя. Соответственно, вы улучшаете, оптимизируете свою работу, вы выполняете
уже в несколько раз больше вещей, нежели просто без этих скриптов. Ну, то есть некие шаблонные вещи, вы их выполняете намного больше, в большей степени, нежели просто вот если бы сами это все делали. То есть три способа заработка. Каждый из них может приносить вам деньги. Даже все вместе могут они вам одновременно приносить деньги. Программа меня порадовала своими возможностями. Буду по ней в скором времени делать еще видео. Смотрите сами, возможностей здесь действительно очень много. Думаю, дальше разберу техническую часть. Это пока быстрый, небольшой анонс этой программки. Кстати, в разделе сотрудничества на вот этом вот сайте, вот этот разделчик, ссылка на который будет в описании к видео, я нашел предложение бесплатно получить программу и стать преподавателем. Возможно, этим воспользуюсь. Еще подумаю, а не стать ли действительно мне там преподавателем этой программки. Это даже действительно интересно. Ну, на этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. До скорых встреч. Пока.